Итак, общее, мы... Так, мы сохранились, и мы идем дальше. Следующий босс у нас будет, это у нас Дель Лаго, будет босс, такая большая гигантская рыба, которую нам стоит пройти. Говорю сразу, я сильно зафейлился в самом начале с этой рыбой, и не стал просто это... Короче, я это удалил, так как я фейлился, и решил это просто перезаписать. Ладно, там что с этими дебилами, это еще ладно. Но вот с этой вот рыбой я действительно запарился. Поэтому смотрим, короче, ролик. Ну. Да, вот такие вот дела. Просто вот так вот делаем. Ну что за фигня? Надо было влево поворачивать. Так, ладно. Ничего страшного. Ты куда, не знаю, сильно. Ты задолбал тут. Ты шутишь? Это что за бред? Что за баги тупые, я не понял. Что такое? Я не понимаю. Так шу... Что за чёрт? Что за бред? Я что-то вообще ничего не понимаю. Я нажимаю на меню, у меня вечно выскакивает эта карта, я вообще ничего не... Я нажимаю на ESC, и опять она выскакивает. Это баг какой-то, я вообще ничего не понимаю. Бред какой-то. А, вот, все, отлично. Блин, это бред какой-то. Это полный пипец. Я нажимаю, блин, она... Вот что это такое? Блин, что такое? Что мне так придется держать, что ли? Я что-то вообще ничего не понимаю. Ну блин, ну когда она отвиснет? Отвисай. Вот так вот. Блин, какой-то бред. Ладно, пошел. Что мне делать-то? Я не знаю, что мне делать. Ну, что мне делать? У меня игра багает. Да что такое-то? Я еще ничего не понимаю, как это исправить. Бред какой-то. Ну ладно. Короче, я сейчас остановлю запись. И потом, короче, я сейчас выйду из игры. Войду в игру и продолжу. Короче, продолжу с самого начала. Все, пошли, давай.